Мы к вам уже ходили на сессию, выносили этот вопрос на общее, чтобы вы решали. Прошел почти месяц, что вы решили? Машину, которую мы зубами выгрызаем, чтобы вы нам привезли глоток воды? Сегодня утром жители Васильевки собрались у стен местного горсовета с требованием возобновить подачу воды в один из районов города. Ее нет уже больше 2 месяцев. Горожане требуют встречи с городским головою. Не можно выйти в природу? После крика и скандала городской голова Васильевки все же вышла к людям с представителями водоканала. Производились профилактические работы на них, которые не дали позитивные результаты, и придется их восстанавливать. Бурение других скважин. Причина отсутствия воды в юго-западной части города – поломка одной из скважин. Чтобы возобновить ее работу, нужны деньги, заявили представители водоканала. А средств у предприятия нет. С 2008 года не могут рассчитаться за потребленную электроэнергию. Задолженности исчисляются миллионами. Финансовое положение КП «Облводоканала» очень плохое. Уже практически 2 лет арестованы все счета. Финансирования практически нету, зарплаты нету, на материалов ничего нету, денежных средств. А пока десяткам семей, которые уже 2 месяца живут без воды, придется научиться выживать в режиме пустыни. Ну вот мы купаем, наливаем миску, 1,5-2 литра воды в обед, потому что мне ребенка надо до обеда покупать. И вечером привозит муж, он бетонами воду машиной, когда подвозит, когда заканчивается. Потому что то, что нам водовозка привозит, нам хватает буквально на 2 суток. Время от времени воду привозят в бочки, но не по графику. Поэтому никто не знает, когда ее ждать. Просят хотя бы график утвердить. Сначала водоканал ходили, потом нам водоканал сказал, что они ничего не могут сделать. Мы обращались в Цибульняк, ходили на сессию, делали запрос, поднимали этот вопрос. Ну, так до сих пор нам точно никто ничего не говорит. Потому что у нас тут загвоздка из-за того нету воды, что нашу насосную, так скажем, угробили. И этот край воды нету. Для комплексного решения проблемы необходимо финансирование из области. Начальство местного водоканала планирует обратиться в облводоканал. Городской глава Васильевки пообещала на данном этапе наладить вопрос подвоза воды жителям, пока проблема со скважинами не будет решена. Мы попробуем с вами выдержать этот график, потому что на сегодняшний день другого выхода нет. Если воду снова не будут подвозить вовремя, а в ближайшее время не заработает новая скважина, местные жители пообещали снова вернуться под стены горсовета. Оксана Заводовская, Константин Грушком, ТВ5.